Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Егор, а ты пирожки в социальных сетях читаешь? Ну, это стишки такие, не обязательно в рифму, но зато смешные. Ну вот, например. Сижу, завидую супруге, что у нее такой супруг. Или ты назвала меня педантом, чтобы от главного отвлечь. На этом бутерброде масла не 10, а 12 грамм. Что сказал врач? Сказал, что все в процессе, все нормально. Правда. Когда он меня осматривал, у него было такое лицо, будто я вообще при смерти. Лицо? Может, он что-то не то накануне съел? Значит, все напрасно. Слушай, мгновенных результатов в нашем случае не бывает. Я читал, что если в моем случае улучшения не наступают в течение первого месяца, значит, они не наступят вообще. Ты где нашел такие глупости? Оставь меня! Что ты чувствуешь? Роман, я в твоих услугах больше не нуждаюсь. Завтра Аня тебе заплатит, и ты свободен. Я тебя спросил, что ты чувствуешь? Палец. Аня, иди сюда. Что случилось? Попробуй еще раз. Ром, что это значит? Это значит... Это значит, что один нервный канал восстановился. А если один восстановился, то и другие потянутся. Это я вам как главный чародей говорю. Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Ну что, оттаял наконец-то, а? То-то же. Спасибо. Так, Егор, ты, главное, не волнуйся и постарайся пошевелить большим пальцем. Ну, Роман, ну ты просто в очередной раз поставил меня в тупик. То ли тебе везет на счастливые случаи, то ли ты сам волшебник. Ну, мне кажется, скорее всего, второе. Нервы спинного мозга начали восстанавливаться. Это сейчас самое главное. Ну, Егор, давай еще разок. Поможешь салат нарезать? А ты умеешь? Конечно, умею. Егор все равно сейчас на тренажере вкалывает. Ну, давай. Посмотрим. Ух, ничего себе. Это несложно. Серьезно? Если бы я так попробовала, я бы осталась без рук. Сколько в тебе еще талантов? Это последний. Слава богу. Просто в юности я подрабатывал в одном тайском ресторане. Зеленый дракон. Кстати, там готовят самый лучший в городе том-ям. Хочешь попробовать? Хочу, но не уверена насчет Егора. Как-то он негативно отзывался о тайской кухне. Так что. Может, Егор на этот раз останется дома? В каком смысле? А вообще-то, ты знаешь, у меня нет времени. Я не понимаю, почему у тебя нет времени пойти в ресторан? Егор пошел на поправку. Пора выдохнуть. Я уже выдохнула. Для этого мне совершенно не обязательно идти в ресторан. Хорошо. Не хочешь в ресторан, пойдем в кино. Ну, или на выставку. Говорят, импрессионистов привозят.
Ром, может быть, позже, но не сейчас. Позови, пожалуйста, Егора. Пора обедать. О, Господи. Алло. Привет. Я тебе кое-что на почту скинул. Глянь-ка. Да, сейчас посмотрю. Ничего себе. Как красиво. А где ты это снял и когда? Секунду назад. А ты приезжай скорее по адресу переулок Воробьёва, 14. Скоро начнется закат. Но ты же знаешь, что я не могу. Перестань. Егор в такое время обычно свою Discovery смотрит. Он даже не заметит, что ты уедешь. И фотоаппарат не забудь захватить. Ладно. Так, осторожней, голова. Так, потихоньку, ступенька. Одна, вторая, сейчас третья будет. Давай, давай. Ну все, так. Все, я открываю, только, хорошо? Нет, еще нельзя. Ну, пожалуйста. Совсем чуть-чуть. Так, поворачиваемся. Готово? Открывай глаза. Круто! Да. Спасибо тебе большое. Не за что. Это прям как на картинах Камиля Писаро. Он любил писать город с верхней точки. Ты прям Google по искусствоведению. Нет, просто люблю живопись. Ну что, за работу? Давай. Ты, оказывается, тоже любишь фотографировать? Я люблю коллекционировать необычные места и снимать их, чтобы потом была возможность поделиться. Вот так. Отлично. Рома, а что вот это вот за здание слева? Ром! Рома! Ром, ну... Что такое? Зачем ты меня пугаешь? Спускайся. Сейчас, секундочку. Хватит поясничать, спускайся, говорю. Смотри, какой-то Ане сделали комплимент. Ань, я хотел... Знаешь, я бы хотела, чтобы наши отношения оставались деловыми, ну, хотя бы дружескими. Как скажешь. Сейчас пойду еще пару снимков сделаю и по домам. Пошевели пальцем. Усложняем, пошевели остальными. Активнее, активнее, не ленись. Усложняем. Покрути голеностопом. Я еще не умею. А я жалеть пациентов не умею. Давай, крути. Активнее, еще. Так, все. Я устал. На сегодня все. Ром. Честно говоря, я думала, что процесс пойдет гораздо быстрее. Да уж, 3 недели топчемся на одном месте. Ну, придумай что-нибудь, ты же можешь. На мой взгляд, Егору не хватает какой-то внешней цели, чтобы он зажегся ради нее и работал. Что бы это могло быть? Я уже не знаю. Кто-то пришел. Кто приходил? Курьер. Принес письмо для Вадима от президента технического общества. Давай откроем. Давай. Открывай.
Вадим оказывал им финансовую поддержку. И немалую. Они не знают, что отец погиб. Приглашают его выступить на открытии форума технических новинок. Когда? Через месяц. Как бы отец был рад. А там есть номер телефона? Да. Угу. Добрый день. А скажите, пожалуйста, могу я поговорить с Олегом Александровичем? Олег Александрович, здравствуйте. Вас беспокоит Анна Корабельник. Я супруга Вадима Корабельника. Олег Александрович, дело в том, что несколько месяцев назад Вадим погиб, и... Да, спасибо, я держусь. Мы получили ваше письмо, да. И... А можно, чтобы вместо Вадима выступил его сын? Егор, он студент Лондонской технической школы. Да? Хорошо. Спасибо. Договорились тогда, все, на днях я вам перезвоню. Да. До свидания. Что ты сделала? А что я сделала? Форум через месяц, а я в инвалидной коляске. Но у тебя есть целый месяц для того, чтобы встать на ноги и отрепетировать свой выход на сцену. Тише, спокойно. Егор! Ребят, отпустите меня на пару часиков, хочу прогуляться. Нет, ни за что. Как? В чем я провинилась? Егор, отпустим или нет? Замороженное. Фисташковое подойдет? Подойдет фисташковое или нет? Подойдет. Договорились. Да, Ром, что случилось с Егором? Да, мы с ним продали дом с молотка. Что? Шутка. Почему что-то обязательно должно случиться с Егором? Лучше ответь, где находишься? Я нахожусь в парке рядом с мостиком влюбленных. Отлично. Там есть небольшая площадь с фонтаном. Если заглянуть в него, в нем удивительным образом отражается волшебный замок. Откуда ты все знаешь? От маленьких человечков, которые приходят ко мне во сне. Я всегда знала, что у тебя диагноз. И не один. Снимай давай замок и выходи на связь. Хорошо. Пока. Пока. Что дальше? Обернись. Видишь, бабушка-модница? Увидела. Ты что, ее нанял? Да, за миллион. На самом деле, она всегда в такое время здесь стоит. Это Вера Васильевна, бывшая прима нашего драматического театра. Она любит позировать. Поняла. Вера Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Можно вас пофотографировать? Конечно, деточка. Вы мне попозируете? Конечно. Замечательно. Передай от меня привет и скажи, чтобы не бросала йогу. Отлично, спасибо большое. Вам привет от Ромы Громова. Йогу я не бросаю. Хорошо, до свидания. До свидания, деточка. Ну, я выполнила все твои указания. Что теперь? Иди в сказочный город. Куда? В сказочный город. А почему сказочный? Потому что именно там случаются чудеса и исполняются желания.
Теперь огибаем здание. Ну подожди, я не успеваю так быстро. Поторопись, у тебя напряженный график. Так. Но мне кажется, я на месте. Очень хорошо, что видишь. Я вижу железное дерево, под которым сидит курица. Это не просто дерево. Это дерево желаний. Можешь подойти к нему, погладить курицу и загадать только одно желание. Закрыть глаза, прошептать желание, и оно непременно сбудется. А вот и волшебник. Эй! Так нечестно, ты следил за мной? Ну, самую малость. Я надеюсь, ты проголодалась? Я проголодалась, как зверь. Алле, оп! Моя любимая с морепродуктами. Спасибо тебе большое. Не за что. Откуда ты все знаешь, а? Догадался. Приятно. Прекрасно. Да? Ты очень думаешь? Вкусно. Можно я возьму еще? Подожди-ка, ты съешь. Ну, ты же понимаешь, что это черновой вариант. Я все обработаю, и будет хорошо. Бабушка такая трогательная. Ты ее настроение очень точно поймал. Ром, ну не издевайся. Вот эту я загоню в ЧП. Да, можно. Не, ну... Чувство кадра у тебя определенно есть. Не знаю. Говорят, что фотографами становятся неудачливые художники. Что за глупости? В детстве я ходила в художественную студию, и педагог меня все время гнобил. Ну, не знаю, каким бы ты была художником, но фотограф из тебя отменный. Да? Да. А мне кажется, у меня таланта не хватает. Мне кажется, что в твоем случае опыта может не хватать, а с талантом... По-моему, все в порядке. Спасибо, конечно, но в школе фотографии разные говорят. Ну, там всем разные говорят, чтобы мотивировать. Слушай, а ты не хочешь отправить свои работы на конкурс молодых фотографов? Музей современного искусства в этом месяце проводит, а? Мне кажется, мне еще рановато. Да чего ты? Это конкурс для начинающих. Давай. Как раз всех своих ребят из школы этой фотографии заткнешь за пояс. Ну, может быть... Может быть, в другой раз. Сейчас мне некогда этим заниматься. Ладно, в другой раз. Слушай, ну тут есть еще одна глобальная проблема. Какая? У меня нет ни одной толковой съемки из себя любимого. Ну, позор. В соцсети нечего выставить. На что ты намекаешь? Может, ты меня поснимаешь, если у тебя, конечно, время есть? Можно, но если только недолго. Давай, давай, улыбайся. Сейчас, подожди. Ты знаешь, ты очень похож на эту жабу. Да? Так думаешь? Да. Нет, да. Мне кажется, кто-то больше похож на жабу. Давай внизу. Давай. Так. Так, сейчас мне нужно, чтобы ты был в другом качестве. В каком? А, как будто бы ты... Ван Гог. Давай, ты художник. Как мне сделать лучше? Давай. Моряк Папай. Моряк Папай? Да подожди, теперь эту ногу. Отлично. Ну что, получилось, покажи. Ну, вот, вот это вот самая лучшая фотография. Это не очень, но да, ничего. Вот это в целом хорошо. Слушай, есть еще одно место, где можно сделать фотосессию. Нет, Ром, ну правда. У меня домой уже и так столько времени прошло. Но я обещаю, там время для тебя просто пролетит. Ну, ну ладно. Недолго. Как скажешь. Ну что? Как ты? Ты обманул меня. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Ты обещал мне, что будет медленно. Да ладно тебе! Идиот! Да успокойся. Ань. Ты знаешь, мне понравилось. Давай еще раз. Только резче. Окей.
Аннушка. Да? Я хочу, чтобы у нас в нашей следующей годовщине был ребенок. Что скажешь? Пожалуйста, будь аккуратен. Это кто? Неважно. Ань. Сейчас, подожди, не слышу, что? А сделай мне, пожалуйста, апельсиновый фреш. Ты это слышал? Он назвал меня по имени и попросил сделать ему фреш. Ну, за это выпьем завтра. Почему завтра? Минус очко. У твоего почти сына завтра день рождения. Точно. Как я могла забыть? Что бы я без тебя делала? Ну ничего, ты же только учишься быть мамой. Ладно, слушай. А давай его завтра разыграем. Идем. Егор? Да? Ну как ты себя чувствуешь? Нормально. Вот отлично. Собирайся, Егор. Куда? На обследование. Да? Борисов звонил, требует тебя привезти. Сегодня? А чем этот день отличается от других? Не знаю. А, чем-то ну отличается? Да. Нет. По-моему, нет. Поехали тогда. Поехали! Фу! Быстро! Ну что, вот мы и приехали. Ну и куда мы приехали? Как куда? К Борисову. Он сегодня за городом принимает, просил тебя сюда привезти. Так, опа. И с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Егор! С днем рождения тебя! А я думал, все забыли. Ну ты что, как мы могли забыть? Давай. Итак, семейная фотография, быстро. Давайте, все вместе. Ну, улыбаемся. Улыбаемся. Три, четыре. Улыбаемся. Еще раз. Внимание. Улыбайтесь. Три, четыре. Ура! Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо меня обливать! Нет! Нет! Егор, пожалуйста, спаси меня! Егор, спаси меня, пожалуйста, Егор! Стоп, стоп, стоп! Тихо, тихо! Тихо! Прямо заодно! Нет! Нет! Ну что, рассказывай, как жизнь? Хорошо. Угу. Скажи мне честно, да? Как тебе с мочкой? Замечательно. Даже так? Ужас, моргал тут! Прекрасно. Ну что ж, еще раз с праздником тебя. Спасибо. Кстати, приходите на открытие технического форума. Я буду произносить речь. Небось, страшно перед людьми выступать. На трибуну подняться будет страшнее. Ну, держись. Давай. Ребята, сдавайте Ань, к столу. Можно тебя на минуточку? Ага. Это тоже. Ой. Что случилось? Знаешь, я насчет тебя ошибался. Ты клевая. Ты тоже клевый. И очень похож на своего отца. Тебе не кажется, что нам пора бы его проведать? Да, пора уже. Я не понимаю, как это случилось. Папа ехал очень аккуратно. Я даже просил его, чтобы он немного поднажал. Очень хотелось домой. Он все равно ехал не быстро. Потом машину почему-то повело. На повороте нас занесло. Всего-то 50 километров в час. Всего-то. Егор, ну, может быть, тебе казалось, что вы ехали медленно,
потому что следователь сказал, что скорость была очень высокая. Этого быть не может. Буквально за миг до того, как мы врезались, я посмотрел на спидометр. Было 50 километров в час. Я не понимаю, как это произошло. Спокойной ночи. И тебе. Спи. Все хорошо? Угу. Лучше, чем когда-либо. Ладно, ну я тогда пошел. Да, спасибо. До завтра. Аня. М? Я хотел сказать, что ты молодец. Сумела построить с Егором здоровые отношения, и нам теперь до победы рукой подать. Но это не без твоей помощи, так что спасибо тебе. Ром, больше никогда так не делай. Почему? Потому что дело не в тебе, а во мне. Спокойной ночи. Ребят, как ты так, да? Посмотрите на меня, пожалуйста. Так, улыбаемся. Отлично. Здравствуйте. Привет. Привет. Аня, если ты не возражаешь, прости, пожалуйста, можно я подарю подарок Егору? Я просто звонила на день рождения, никто не брал трубку. Если можно, конечно. Да, конечно, пожалуйста, проходи. Спасибо. Егор, привет. Привет, Виолетта. Слушай, это тебе. Это мне? Конечно, тебе. С днем рождения. Ну что, ты уже большой стал? Тебе 16 лет? Ты извини, пожалуйста, что я тебя не навещала. У меня были кое-какие трудности, но я обещаю справиться. Ты мне веришь? Да. Я сейчас могу с Аней немного поговорить, если ты не возражаешь, да? Да, конечно. Спасибо. Анечка, можно тебя на минуту? Да, конечно. Спасибо. Ну что, давай показывай, что там у тебя. Ничего себе, крутяк. Говори и уходи. Анечка, я очень много думала над твоими словами с нашей прошлой встречи. Да, я кое-что сделала. Но, по сути, понимаешь, это была шалость. Если бы могла представить себе последствия, что Егор поедет за Юлей, Вадим за ними, это авария, да, я бы никогда в жизни не прикоснулась бы к телефону Егора, тем более не поссорила бы его с девушкой. А, я понимаю, я очень виновата. Да обе мы виноваты, что тут говорить? Пожалуйста, слышишь, пожалуйста, прости меня. Давай не будем терять друг друга. Ведь в жизни, пойми меня, ведь Аня, так мало людей, которым можно по-настоящему довериться. Ну, а ведь мы с тобой вдобавок родственницы. Виолет, может, я и смогу с тобой снова общаться, но не сейчас. Не дави на меня, пожалуйста. Тогда ради Егора. Помирись ради него. Аня, он мне так напоминает Вадима. Я хочу принимать участие в его жизни. Хочу приходить в гости. Пожалуйста, можно мне? Хорошо, приходи. Все? Слушай, ну, может, мы как-никак отметим наше примирение? В каком-нибудь уютном заведении? Я столик забронировала. Еще бы. Нет, нет. Узнаю Виолетту. Аня, мне действительно сейчас очень плохо. И по тебе я очень-очень соскучилась. Да. Правда. Ладно. Давай встретимся завтра, хорошо? Анька. А я тебе говорила, что ты ангел? Слушай, ты мне скажи, ты как вообще с этим всем справилась? Я не понимаю, ты просто гений какой-то. Ну, честно говоря, если бы не Роман, я бы не справилась. А кто такой Роман? Роман, он физиотерапевт, ты вчера его видела. Точно, точно, помню. И как он тебе помог? Ну, во-первых, он крутой физиотерапевт. А во-вторых, он мне очень помог наладить отношения с Егором.
Я очень, правда, я очень-очень рада. Спасибо. За тебя, Анечка. Молодец. И на этой оптимистической ноте я хочу тебе сказать, что скоро к нам присоединится Кирилл Нежин. Нет, здорово я придумала, ты правда? Ты все-таки закрутила с ним роман? Нет, Аня, я не закрутила с ним роман, но я очень хочу с ним закрутить роман. Собственно говоря, поэтому я ему сказала еще неделю назад, что мы с тобой будем обедать в этом... Подожди, как неделю назад? Неделю назад? Нет. Господи! Нет. Ты что, все спланировала? Нет, Аня, я ему сказала об этом только пару дней назад. Да пару дней назад, Виолетта, ты даже не знала, что мы здесь будем. Ты вчера ко мне пришла, Аня, и разыграла этот спектакль. Нет. Я действительно, я хочу, очень тебя... хотела с тобой все, помириться. Я тебя... Ты ни грамма не изменилась. Я тебя... осталась такой же законченной эгоисткой. Анечка, здравствуйте. Я тебя очень... О, здравствуйте. Очень рад вас видеть, переживал за вас. Угу. Вы уходите? Да-да, я ухожу, а вы остаетесь обедать с Виолеттой. Здравствуйте. Удачи. Здравствуйте. Извините. Анна! Анечка, постойте. Позвольте, я вас подвезу домой. А давайте. Прошу вас. Спасибо. Спасибо, Кирилл, за доставку. Да ни за что. Анна, мой знакомый владеет санаторием в Альпах. Мы можем отвезти туда Егора. Потрясающий воздух, лучшие врачи мира. Мальчику пойдет это на пользу, я думаю. И, естественно, я все оплачу. Спасибо большое, Кирилл, но Егор ждет на поправку, все хорошо, правда. Ань, послушайте, Анечка, еще такой вопрос. Вы будете на форуме? Технических новинок, помнится, Вадим его поддерживал. Да, разумеется. Егор будет произносить речь своего отца. Грандиозно. Тогда до встречи. До встречи. До свидания. А говорила, дело не во мне. Так, ну и кто тебя впустил? Твой физиотерапевт. Да, его зовут Роман, но я не хочу тебя видеть. Ань, пожалуйста, послушай меня. Нет, все, уходи. Ань, вот ты когда-нибудь любила? Так, не надо мне сейчас рассказывать вот эти слезливые истории о том, как ты любишь Кирилла. Думаешь, я тебе поверю? Нет, ну, Ань, это действительно правда. Я люблю его всем сердцем и страдаю от того, что он не обращает на меня никакого внимания, понимаешь? Да никого ты не любишь, кроме себя. Аня, я потеряла покой, потому что он влюблен в тебя. Ты потеряла покой, потому что никак не можешь получить доступ к его кошельку. И твой бывший тебя оставил как раз из-за того, что ты все время требовала от него денег. И Кирилла ждет та же участь. Аня, ну посмотри, ну ты видишь, что я неадекватна, а? Да. Нет, ну на кого я стала похожа, Аня? Да я готова умолять тебя о помощи. Нет, ни о какой помощи и речи быть не может. Анечка, а тебе не надо будет ничего делать. Просто позвони Кириллу, назначь встречу, не явись, и я все сделаю дальше сама. Я прослушала новый курс, как стать мечтой любого мужчины. Все. Похоже, у тебя и правда проблемы с головой. Ань, пожалуйста. Иди сюда. Ань. Иди сюда. Ань, только ты меня можешь спасти. Я тебя очень прошу. Там вот выход. Ань, я тебя прошу элементарно о помощи, и все. Во-первых, не кричи. А во-вторых, чтобы я больше тебя здесь не видела. Стерва ты, Аня. И дура. А я говорила Вадиму, чтобы он не женился на тебе. Не торопись. Правой, левой, левой. Спинку только ровнее. Хорошо. Егор, так. Осторожно, не спеши. Равновесие держи. Хорошо. Не торопись. Молодец. Герой. Можно я хоть костюм сниму? Кому через 3 дня выступать перед 200 ботанов? Правильно, Егору Вадимовичу. Так что тренируемся в костюме. И к тому же он тебе очень идет. Может, хватит на сегодня? Я так уже километр намотал. Значит так, давай еще раз наверх и вниз. Давай, потихонечку. Ром, ну может быть сделать паузу? Не переживай, все будет хорошо. Егор, держись за перила.
Так, не торопись. Молодец. Ау. Ань, после открытия форума моя помощь Егору больше не нужна. Как? Уже? Прошло ведь еще так мало времени. 3 месяца. А, 3 месяца уже прошло. Ну, я думала, что ты задержишься как минимум на полгода. Я не виноват, что мальчик так быстро научился ходить. К тому же меня ждет другой безнадежный пациент. Девушка-модель сломала позвоночник в отпуске на острове. Вот, и очень жаль, если такая красота больше не выйдет на подиум. Ну да, ты особо не рассчитывай, обычно они страшные. Ну, это как будто ничего. Спасибо тебе большое, ты хорошо поработал и заслуживаешь премии. Спасибо. Не нуждаюсь. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Корабельник Анна. 3 человека. Да. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Прошу. Может, выпить чего-то? Здрасте. Вам сок? Давайте нам сок. Вам сок? Нет, спасибо. Тише. Ты что, волнуешься? Дамы и господа, минуточку внимания. Прошу всех пройти в зал. Мы начинаем. Все будет хорошо. Поехали. Друзья, долгое время наше техническое общество поддерживал выдающийся человек Вадим Корабельник. И сегодня мы были бы рады пригласить его выступить с приветственной речью, но, к сожалению, Вадим Евгеньевич погиб несколько месяцев назад. Поэтому сегодня за Вадима Корабельника выступит его сын Егор Корабельник, студент Лондонской технической школы. Я влюбился в технологии, когда сломал своего первого робота, которого купил мне отец. Дальше хуже. Я сломал все приборы, которые были в пределах моей досягаемости, так как хотел их улучшить. Ну, было мне тогда 3 года от роду. Шучу, 2. Я не знал, что он такой крутой спикер. Мы репетировали речь перед зеркалом. Спасибо. Я долгие годы мечтал поступить в Лондонскую техническую школу. Но теперь у меня другая мечта. Похитить нескольких лондонских преподавателей и привезти их сюда контрабандой, чтобы они увидели, наконец, что такое настоящие технологии. Потому что наше техническое общество в последнее время сделало несколько настоящих прорывов. Алло, прорывов. Да, я не могу сейчас говорить. Перезвоните мне, пожалуйста, попозже. О том, что зерна, посеянные нашим сообществом, что? Скоро будут давать удивительные всходы. И мы сможем гордиться и смотреть в будущее с оптимизмом. Но я ничего не отправляла. И следующее поколение, которое придет за нами, достигнет еще больших технологических высот. Спасибо. Спасибо. Да, так вот, о технических прорывах. Я успел до открытия познакомиться со многими проектами участников нашего форума и должен вам сказать, это что-то нереальное. Анечка, извините за несвоевременность. Ань, я больше не могу молчать. Вы мне очень нравитесь. Дайте мне шанс. Позвольте мне вас пригласить. Да-да-да, конечно. Позвоните мне на днях. Правда? Но я не знаю вашего номера. Кирилл, простите, пожалуйста. Дело в том, что я хотел вам кое-что сказать. Извините, пожалуйста. Да, хорошо, хорошо, я понял. Договорились, да. Рома!
Что-то случилось с Егором? Да почему обязательно должно что-то случиться с Егором? Тогда почему ты не в зале? Ром, я заняла 3-е место на конкурсе молодых фотографов. Потому что кто-то отправил туда мои работы. Черт, они обещали не выдавать моего имени, но... Я бы и так догадалась. Потому что никогда бы не решилась это сделать. Спасибо тебе большое. Ну, мне, конечно, очень приятно, но... Ты преувеличиваешь? А с кем ты сейчас разговаривал? С этой моделью? Естественно. Ну, понятно. Да нет никакой модели. Я выдумал все. А звонил Борисову, спрашивал про Егора. Хорошо. О, боже мой, мне кажется, там закончилось все. Надо бежать в зал. Давай, давай. Он расстроится, если нас не будет. Сережа, надо встретиться. Пока, пока. Эй! Молодец! Это ты написала Юле, чтобы она не приходила на встречу со мной. И удалила переписку. Егор, мы можем позже... Ты мне больше никто. Подожди. Что тебе сказала Виолетта? Правду. Егор, я виновата в том, что пошла у нее на поводу, но... Это не я написала Юле сообщение, и не я удалила вашу переписку. Виолетта предупредила, что ты именно так и скажешь. Егор, подожди! Послушай меня, пожалуйста. Прости, я... Не смей просить у меня прощения. Я еду к крестному. Дай пройти. Ты сейчас к нему не достучишься. Он закрылся, не наседай. Что мне делать? Ну, что-нибудь придумаем. Только ты мне должна все рассказать. Он меня не простит. Поживем, увидим. Не плачь.